Сереж, расскажи, пожалуйста, что ожидает 13 числа любителей бокса в Подольске? Ну, в Подольске предстоит 13 марта очень зрелищные поединки. Наша компания Union Boxing Management выставляет, ну, в принципе, своих всех сильнейших боксеров, ну, которые работают с нашей компанией. Это Андрей Климов, Алексей Махненко, Армен Асипян, Роберт Десаян, Сергей Якимов. Ну и еще будут там ребята, приедут с Выборга, там пару дебютантов посмотреть надо. Одного дебютанта из Подольска, Потапова Николая, хотим просмотреть, мастера спорта. И с Украины будут там несколько пар тоже хороших ребят. Будет в тяжелом весе до 91 килограмма хорошие боксеры сойдутся. Ну и средние весы тоже, думаю, не подкачают. Но основной у нас будет бой Армена Овсепиана, будет у нас, как грубо говоря, главный бой шоу, будет восьмираундный бой. А также один из самых главных боев шоу наших будет бой Алексея Махненко. Он встретится с Бахытом Абдурахимовым уже во второй раз. У них будет риф-матч. Они уже встречались 25 декабря 2009 года. И тогда Махненко по очкам уступил. Это бои проходили в Крыле Советов. Очень зрелищный поединок был. И тогда Алексей Махненко наш уступил. Ну вот, 13 марта мы планируем увидеть хороший, зрелищный риф-матч, пускай победит сильнейший, я думаю. И на кону у Алексея Махненко его будущая карьера, у Бахыта Абдурахимова тоже, грубо говоря, его карьера, как сложится дальше, потому что у него бой был недавно, тоже отменился. И вот мы решили договорились. Бахыт Абдурахимов с Ташкента. И в прошлый раз он показал великолепный зрелищный поединок. И поэтому мы решили сделать повторение. Да. Ну, очень хороший зрелищный бой, нам понравился. И мы надеемся, этот бой будет еще зрелищнее. А так, ну, у нас сойдутся бауты. Я думаю, у Андрея Климова будет большой напряженный бой. Тоже должен быть очень зрелищный. У Якимова Сергея. Все ребята в очень хорошей форме готовы, и мы ставим под них не просто там, ну, мы не ставим слабых, мы ставим хороших боксеров, которых мы знаем, которые покажут хороший бой, которые принимали участие в наших шоу, которых мы просматривали в других шоу, и поэтому подобрали такую карту на бой. Нам главное, чтобы был зрелищный поединок, и чтобы каждый в этих боях тяжелых мог себя показать во всей своей красе. Я слышал, что некоторые из ваших боксеров тренируются сейчас в США. Да, у нас сейчас в Америке три наших боксера мы отправили в Лос-Анджелес. Это Владимир Терешкин, супертяжеловес. Он живет и тренируется в Лос-Анджелесе. Тренируется под руководством Джонни Брея и Фредди Роуча. Также у нас там сейчас Роман Андреев тренируется, легковес. Он тоже живет в Лос-Анджелесе, они тоже все в одной обойме вместе работают в Уолт-Карте в Лос-Анджелесе, у Фредди Роуча спаррингуются. Вот я слышал, Терешкина был на днях очень тяжелый спарринг, но готовится к боям. 19 марта должен быть бой у Андреева Романа. Он сейчас проводит спарринги там с экс-чемпионом мира с Джоном Малиной. Там, ну, со многими, с хорошими, с много спарринг-партнеров, там, и мексиканцы, и черные, и белые, и желтые, так что есть с кем поработать, и есть где подчерпать дополнительное мастерство. Кого вы приглашаете на бои 13 марта? 13 марта мы приглашаем всех, всех любителей бокса, девушек побольше, молодежи. Мы бы хотели видеть как можно больше молодежи, ребят, чтобы молодые пришли, посмотрели, детишек приглашаем. Чтобы пришли, посмотрели, что такое настоящий профессиональный бокс. И я думаю, многим, кто придет, настолько, я думаю, у нас все шоу неплохие, зрелищные шоу. Ну, это будет, наша задача больше популяризовать профессиональный бокс в нашей стране. Конкретно в Московской области, в Подольске, в Москве, в России. Все, большое спасибо и удачи. Приятно было пообщаться, до свидания.